Апноэ Клаб Горький представляет. Мы приехали в Кабардино-Балкарию, на озеро Голубое, или Черикёль. Наша команда уже не впервые приезжает сюда, но каждый раз мы не перестаем замирать и восхищаться этим таинственным горным чудом. Это озеро называют «Жемчужина Кабардино-Балкарии». Главная цель нашего путешествия – это ежедневная нырялка в этом уникальном месте. Озеро карстовое. Его глубина достигает более 270 метров. Температура воды здесь круглый год одинаковая – 9 градусов. Необыкновенная прозрачность воды, отсутствие течений и термоклина, небольшой размер водоема – все это составляет практически идеальные условия для глубинного фридайвинга. Каждый год зимой таяние снега в горах прекращается, и многочисленные ручьи, ключи и горные речки перестают пополнять озеро своими водами. А водозабор остается прежним, так как из озера вытекает речушка, уносящая около 70 тысяч кубометров воды. Поэтому к весне уровень воды в Черикёле заметно опускается, а весной талые воды опять снабжают озеро, и уровень становится прежним. Ныряя в Черикёле, важно не допускать сильного охлаждения. Поэтому для восстановления и отдыха между нырками мы использовали нашу платформу. За несколько дней пребывания здесь мы все разнырялись по своим возможностям, а некоторым даже удалось улучшить свои результаты. До свидания, прекрасное озеро. Мы будем ждать встречи с тобой.